Сейчас стоимость проездного билета по Котласу всего 23 рубля. Это ниже, чем в Архангельске, Северодвинске и других городах области. Как заявил перевозчик Алексей Мишин, такая цена не оправдывает затраты на топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание, ремонт техники. И точно должна быть выше. Предприниматель выступил с предложением поднять стоимость тарифа до 30 рублей для всех котласских маршрутов, без исключения. В администрации города с аргументами перевозчика согласились и отправили в агентство по тарифам и ценам области пакет соответствующих документов. Коллегия о рассмотрении изменения стоимости проезда на котласских маршрутах состоялась сегодня. Решение должны озвучить в скором времени. Если его одобрят, то стоимость билета может вырасти уже с середины февраля.